Здравствуйте, в эфире прогноз погоды. Календарная зима сменилась на весну. Температурные данные значительной части Европейской России, Урала и Западной Сибири носят апрельский характер. Самая высокая температура наблюдается в Южном и Крымском федеральном округах. А сейчас подробнее о прогнозе синоптиков на полуострове в ближайшие сутки. На западном берегу Крыма солнце периодически будет появляться из-за туч, местами возможен небольшой дождь. В Черноморском температура воздуха днем плюс 12, ночью около 6 градусов тепла. В Евпатории и Саках облачная и сухая погода, днем плюс 16, ночью плюс 7. Преимущественно ясно в Севастополе и без осадков. Температура воздуха днем составит 20 градусов тепла, ночью плюс 10. Бахчисарая облачно и дождя не будет. Дневной максимум плюс 19, ночью 8 градусов с показателем плюс. На южном берегу Крыма осадков не ожидается. Переменная облачность сохранится в течение всего дня. В Ялте и Алуште днем плюс 18, ночью 8 градусов тепла. В Феодосии и Судаке небо затянуто тучами, однако осадки, согласно прогнозу синоптиков, маловероятны. Днем плюс 11, ночью плюс 6. Переменная облачность в Керчи, возможен дождь. Днем 12 градусов тепла, ночью плюс 7. В северной части Крыма малооблачно, осадки не ожидаются. В Джанкое и Красноперекопске днем плюс 17, ночью до 7 градусов тепла. В Армянске небольшая облачность может принести с собой небольшой дождь. Днем плюс 9, ночью плюс 6. В центральной части Крыма и Симферополе переменная облачность и отсутствие осадков. Днем 20 градусов тепла, ночью плюс 11. Самый точный прогноз крымской погоды на нашем канале. Оставайтесь с нами, чтобы быть в курсе самых важных событий полуострова.